Это не письмо, а сигнал тревоги. 4 года прошло. 4 долгих года. Но Кредо все гонит нас вперед. Я перехватила посланника с вестями об еще одном артефакте. На этот раз в Верхнем Египте. Отправляйся в путь. Передай это Мерти. Ты сможешь найти ее возле Луксора. Мы не друзья. Она у меня в долгу. Остальное выяснишь сам. Найди артефакт любой ценой. Не позволяй никому обрушить его силу на тех, кого мы некогда поклялись защищать. Приветствую. Приветствую, Фива. Нужно жилье? Щит побольше? Личный страж? Это еще что? Проклятие фараона! Ра. Он ударил ее. Тебе конец, Уидос. Я чту богов. Она придет. Я невиновна. За что фараоны карают нас? Амон, защити! Защити всех нас! Ты всего-навсего выдумка! Вернись в Дуат! Эти люди невиновны! Меня так просто не убить! Кто тебя вызвал? Тот, у кого в руках артефакт, вызывает при помощи него мертвых. Я должен спасти жителей Фив от этого проклятия. Амунет сказала ее человеку Луксора. Знаешь, что проклятие сделало с Фибами? И со мной. Я остался один. Твой дядя еще ж. А, тебе удалось выжить? Теперь о тебе узнают все Фибы. Никому не рассказывай обо мне. Хватит сутех. Конечно. Филакиты не узнают о человеке со смертью во взоре. Ты должна мне помочь. Вот, держи. Что это? Откуда он? Мне дала его Айя. Ладно. Что тебе нужно? Редкий артефакт. Именно он вызвал проклятие. Быть может? Слухи, домыслы. Реликвии украли из гробницы фараона. Некоторые говорят, что из-за этого нас настигло проклятие. Я должен его найти. Здесь, в Фивах, большой черный рынок. Тайные аукционы, редкие товары. Поговори с торговцами у доков, они знают. Передай Айе, мы теперь квиты. Я иду на юг.
Проклятие уже слишком близко. Кому мне задавать вопросы? Найди Исидору, супругу бога Амона. Она понимает проклятие лучше меня. Если кто-то посмел украсть реликвию, я должен узнать имя вора. Где бы найти что-то редкое, да подороже? А что ищешь? Побрякушку для подруги? У меня есть все, Нэп. Самые лучшие товары в Фивах. Добро пожаловать в диковинки Сиамуна. Ищешь что-то особенное? У меня редчайшие товары в Фивах. Артефакт из гробниц. Такое сокровище будет стоить весьма немало. Но не здесь, Нэп. Солдаты глупые, но их мечи острые. Идем. Немногие торговцы ведут дела с чужаками. И почему же? Это самое сердце черного рынка. Я вышел из первородных. Реликвий вот, полно. Жулья еще больше. Но Сиамуну ты можешь верить. Когда я смотрю в бездну, а другим торговцам что, не стоит? И плачь. Я бы не стал советовать гостю Фиг связываться с ними. И рожу двух детей, извергну их. Будь осторожен. Склонитесь перед нами. Начнем сначала. Я ищу реликвию, добычу из гробниц. Эту реликвию. Ладно, ладно, только Ирсу об этом ни слова. Ирсу? А ты ведь совсем ничего не знаешь, да? Я знаю, что прирежу тебя, если не заговоришь. Есть аукцион. Только для своих. Я хотел туда попасть, но Ирсу меня недолюбливает. Где мне достать приглашение? У Тахимет. Историка. Я пытался выиграть его, когда мы играли в кости. Мы играли на крыше к северу. Я все сказал. Клянусь гором. Прошу, не убивай.
А, добро пожаловать. Чем я могу помочь? Ладно. Хорошо. До встречи. И это, по-твоему, весело? Вот ведь дерьмо лошадиное. Это еще что? Дай перекинуть, а? Проиграю, заплачу тебе вдвое больше. Пожалуйста. Я знаю, у тебя есть приглашение. Сыграем на него. Деньги есть. А если приглашение нужно мне самой? Об этом не думал? Уверяю, мне оно нужно больше, чем тебе. Прошу, моя мать очень больна и просила меня. Твой дядя врет куда лучше. А его кто пригласил? Он с тобой? Первый раз его вижу. Ха! Плати, женщина! Ты жулик! Ты обманул и... его! Я знал! Обзавелась стражем, Тахимет? Лучше уходи, пока может. Ну уж нет, плутовка. Что ж, меняю тебе. Не тех друзей себе выбираешь. Я и так потеряла все деньги, а? Нэп? Баек, мне нужны не деньги, а сведения. И приглашение. На аукцион, Эрсул? Ты ведь слышал, что я сказала этому рыжему пройдохе сутеху. Но мальчишка спас тебе жизнь, Тахимет. Ладно. Все равно я становлюсь старовато для этого. Осквернение, проклятие, фараоны, что вернулись из мертвых. Знаешь, что продает Эрсу? Что бы это ни было, оно навлекло на нас всех проклятие. Слушай, Эрсу негодяй. Он со своими подельниками нашел гробницу Нефертити и украл что-то оттуда. И она разозлилась. Смерти заслужил лишь этот дерьмоглот, но теперь она убьет нас всех. Приглашение у меня на вилле. Это у входа в Карнак. Бери. Коль боги позволят. Боги? Увидишь. А у меня игра на другом конце города. Пендуа!
покоит Ахимед где-то внизу. Это от Михена. Игра змеи. Мы с Айей играли в нее. Что-то Ахимед имела в виду. Коль боги позволят. Повернуть в одном направлении. Так. Может, статуи можно повернуть? Ахимед хотел узнать все о проклятии. Это список украденных реликвий. А про сферу тут есть? Сфера в Сиве. Сколько крови прольется из-за этой? Надо попасть на остров, пока реликвию не продали. Thank you.
Ты, стой! Место хорошо охраняется. Что? Убью тебя! Эй! Выпущу тебе кишки! Яблоко? На месте сферы? Ха, вор тот еще шутник. Наемники. Но где купцы, что платили им за защиту? С аукциона кто-то бежал. Везли пленных. Этот умер раньше, чем они сели в лодку. Откуда лодка? Может быть, с пристани на том берегу? Торги были в разгаре, когда пришли солдаты. Кто-то решил воспользоваться суматохой и украсть реликвию. Это был солдат. Или кто-то еще. Стражников убили, а торговцев взяли в плен. Затем пленников отвезли к святилищу Хатшепсут. В любом случае, реликвию стоит искать там.
Стой! Что? Что ты? Убивал ради этой сферы. Она Где артефакт? Иди-ка попу. Не стоит злить меня.
Мой пес-племянник украл его. Но он не знает, где гробница. Так скажи мне. Спроси других. Они знают, где искать. Ты о ком? Кто был с тобой? Амой, мое сердце, и убей меня. А мне все равно конец. Нет. Эй, куда пошел твой племянник, а? После аукциона мои люди погнали его на запад. Надо было убить всю их семью. Они хотели донести. Бата, ты пришел забрать меня домой? Скажи Аннену, что я не оставлю брата. Аннен не посылал меня, но женщине здесь находиться опасно. Разбойники, солдаты. Пусть попробуют напасть. Это был стервятник, осквернивший гробницу Ранафера. Что-то пропало? Он пропал. Гробницу осквернили, а тела украли. Еще исчез корабей, его оберег. Я найду тех, кто сделал это. Его мастаба на вершине некрополя.
Но почему ты помогаешь мне? Баек. Человеческой Ка не место в песках. Так поется в древних песнях. Меня зовут Рая. Я вернусь в деревню и буду ждать тебя. Выходи, вор! А вот он! Прочь! Уходи! Кто здесь? Ты тот мальчик из доков, Сутех? Нет, да, то есть, я никто, ничто, а ты кто? Баек, где... Прошу, оставь мне эту вещь. Моя мама, она так... Твои родители мертвы. Да, из-за нее. И если я отнесу ее в гробницу, Нефертити никого больше не убьет. Так чего не несешь? Мой проклятый дядя не сказал мне, где гробница. Он мертв. Да светит Ра его путь. Отдай сферу. Я верну ее. Ты? Почему ты? Раньше я был Меджаем. Мужем и отцом. Пол Египта я обогрел кровью тех, кто лишил меня этого. Все из-за такой же реликвии. Бери, бери. Я все понял. В чем дело? Мне показалось что-то не так. Ты обещал! Гробница Нефертити к западу от дороги, в долине. Ты же вроде не знал, где она. Это гробница архитектора. Я провел тут много времени и смог понять. Дядя мог послать туда людей, но я знаю другой путь. Ты помнишь об обещании? Да. Чем займешься теперь? Найду работу, буду жить честно. И почему в это так трудно поверить? Гробница Нефертити. Осталось ли тут хоть что-то? Царица Нефертити, ни сокровищ.
Был горделив, заносчив. Лжец в обители Анубиса? Ты мнишь себя судьей? Но я кашева, а это земля мертвых. Твоя порочность? Тебе нет прохода. Что это? Неужели Дуат? Если я верну реликвию в храм, дух Нефертити обретет покой. Я верну то, что было украдено у фараона. Тебе здесь не место. Твоя плоть нечиста, пропитана кровью и болью убитых тобой. Ты не вернешь покой Нефертити. Я должен. Что ж, тогда ступай и окунись в священные воды. Ты предан. Твой фараон не знает покоя. Ты принес реликвию Нефертити на блюде, где лежат нечистые дары. Это оскорбительно. Поистине жалкое зрелище. Я все сделаю. Тогда очисти эти дары. Боги будут вкушать их на священной ладье. Реликвию украли у Нефертити. Нельзя приносить в храм такие дары.
Как ты не понимаешь этого? Они оскорбляют Хатор. Почему? Твой напиток должен быть чист. В воде ты видишь свое лицо, но в вине ты видишь свое сердце. Жеребец бессмертных песков. Мне надо оседлать его.